Всем привет, ребята! Сегодня мы продолжаем играть в игрушку Zombie Hill Racing. Это у нас с вами автомобильчик такой вот мощный, трак. Можно так сказать, монстр трак, да. И сегодня мы будем прокачивать этот наш монстр трак, чтобы пройти уровень. А уровень пройти нам нужно, ребята. И уже практически мы его с вами прошли. Осталось немножечко здесь. В том плане пройти. Докупим мы с вами обязательно полностью бензинчик. Так, давайте наверх поднимемся, хорошо. Так, аккуратно. Колеса у нас прокачаны на максималку. Осталось совсем чуть-чуть, ребятушки. Постараемся сегодня пройти. Так, у нас еще ускоритель есть. Опа! Нифига себе! Да, ребята. Мы завершили этап полностью, представляешь? Офигеть! Просто офигеть! 2500 нам, ребятушки, заплатили. И мы открыли новую тачку. Офигеть, какая красивая тачка. О, вау, прям зомби-зомби. Поехали, посмотрим, на что эта тачка способна. Такая у нас машинка. И мы, ребята, уже с вами... Ух ты, нифига, какие-то новые коробочки появились. Так, давай, точилочка. Монстр-тачка. Да, надо ее прокачивать. Угу. Ну, понятно. Проехали мы все равно много. Сейчас мы с вами прокачаем. Какие вещи мы с вами будем прокачивать? Давайте посмотрим. Во-первых, мы установим на тачку с вами ускоритель. Давайте прокачаем. Прокачали ускоритель. Да, красава, прям вообще. Поехали с ускорителем. Проверим. Как ускоритель работает. Ох, неплохо, неплохо. Полетели. Ой, хорошо. Ох, ты тут немножечко осталось. Ах, не смогли мы проехать. Ну, все. Давайте внизу будем ехать. Давай. В смысле ты останавливаешься? Алло. Да, удивительно. Столько денег потратить. Ладно. Закончилось топливо. Да ну нафиг. Вообще жесть какая-то. Давайте купим еще топливный бак. Угу. Так, максимально мы купили топливный бак. Поехали вперед. Посмотрим. Так, не будем расходовать сильно бензин. Смотрим, как мы сейчас проедем далеко. Я уверен в этом. Не будем сильно давить на газ. Так, здесь взорвем это все дело. Поехали. Опа, наверх. Проехали. Так, давайте немножечко ускорителя будем подключать. О, смотри, мы даже завершим, наверное, этап наш первый. Давай. А, все, у нас все закончилось. Угу. Немножко не хватило завершить этап, но я думаю, мы сейчас это исправим. 1000 монет мы заработали. Давайте приобретем что-нибудь, двигатель. И трансмиссию. Все, поехали. Вот эта тачка мощная. Давай. Мы совсем немножко на грузовике проехали, ребята. И открыли новую тачку, на которой двигаемся очень быстро. Ага, если бы, конечно, да, быстро. Сколько у нас тут километражка показывает. Ох, нифига, там еще наверху какие-то чибрики. На воздушных шариках, смотри, в натуре. На воздушных шарах появились у нас. Так, ну а мы едем дальше. Так, совсем чуть-чуть. Так, здесь, по крайней мере, тачка вот так вот встает не очень хорошо. Но проехали мы на 11 метров больше. Угу. Давайте прокачаем. 1000 монет. А давайте купим колеса новые. Посмотрим. Угу. И на остаток купим
Утяжелитель, вес, да, да, вес. Увеличим вес нашего автомобиля. Поехали, поехали. Да. Мы сегодня эту игрушку полностью с вами пройдем. Так, что мы тут застряли-то? Алло, давай. Колесики мы тебе купили. Что тебе еще надо, машинка? Тихо. Так, не будем спешить. Здесь мы проедем аккуратненько. Что еще добавили? Добавили монстров на воздушных шариках. Что еще добавили? Так, ну вот эти штуки как бы добавили-то еще в прошлой серии. Чуть-чуть не доехали. Чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть. Давайте что-нибудь еще прокачаем. А прокачаем мы с вами, ребята, движок. И на супердвижке поедем дальше. Очень красиво они нарисовали автомобильчик. Интересно. И такая вот у нас зима продолжается, да? Зимний вариант. Коробок прям много они здесь поднаставили. Думают, я эти коробки не пройду, конечно. Так, а здесь что, давай наверх. Проедем. О, хорошо. Так, бензинчика еще, бензинчик у нас есть еще нормально. Да ё-моё, тут коробки застрём. Колеса маленькие сильно. Опа, 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 закончилось топливо. Понятно. 4 метра мы не доехали, как в прошлый раз. Но будем, конечно, улучшать нашу тачку. Давайте купим трансмиссию и поедем с новой трансмиссией. Дальше. Так, у нас зима. Здесь. Ох, 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 ох. О, проехали, давайте. Будем поверху ехать. Так, закончилось ускорение. Ладно. Но мы очень мощно едем. У нас скорость большая. Так, проехать немножко осталось. Надо прокачивать, ребята, бензобак еще. Смотри, мы, видишь? Я не знаю, что она сломать не может. Коробку эту. Мы на коробке встали и все. Ну давай так перевернемся. О! И зомбака замочили. Все, на этом заканчивается. У нас топливо, не можем мы ехать. А мы бензин вообще прокачиваем с вами или нет? Или не прокачивали? Давайте зайдем в гараж и прокачаем бензобак. 1050. Он достаточно недешевый. Бензобак наш. Поехали дальше. Угу. Так, смотри, какая зима, и остаются такие шлейф. Шлейф, я не знаю, чего, снега. Ну, типа шлейф снега остается. Так, подъемчик. Ой, не получилось. Ладно. Едем дальше. Давай, давай, машинка, давай. Ну ты что назад-то поехал? Да, машина поехала назад. А вроде бы бензин был. Почему мы остановились, я не понял. Угу. На 700 монет мы что купим? Ну, даже на 800. Ну, давайте купим... Так, ладно, будем копить деньги на двигатель, ребят. Давайте покупим. Сейчас максимально нам нужно дальше проехать, чем мы обычно проезжаем. Я надеюсь, мы с этим справимся. Так, вот здесь главное разбить здесь очень, много очень банок, этих коробок. Опа, давай наверх, ну да ладно. Конечно, я не планировал это, но ничего страшного. Ага, у нас даже FPS просел немножко до 25 кадров, офигеть. Это не оптимизированная игра, значит, если так проседает. Потому что у меня вообще, ребята, топовое железо стоит. Топовое на 2020 год. А вот и проехали мы этап. Этап завершен. Заплатили нам не особо и много, 1200. Хорошо, этап проехали. Угу. Что можно приобрести на 2000? Естественно, мы приобретем ускорителя. Да. И поедем дальше. Ну а тебя я попрошу поставить лайк на это видео и подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропускать новые видео. Так, давайте, поехали. О, фига там какая бочка была на воздушном шаре, да?
Взрывоопасная штука. Ладно, поехали. О, взорвали мы ее наконец-то. Такой взлет. А смотри, какая картинка, да, интересная. Постапокалиптическая такая. Опа. Ну, подъем нам ничего не даст. Он у нас закончился, к сожалению. Уже ускоритель. Так, давайте. Ну, давай вниз уже спустимся. Здесь поедем. О, у нас тут еще и подземелье есть, ребята. Так, давайте посмотрим, что у нас там интересного в подземелье будет. А, нет, это не подземелье. Я думал, это подземелье. Нет. Так, все у нас. Мы остановились. Не хватает чего-то. Сейчас мы купим с вами бензинчика еще. Докупим. 1400 стоит. Как раз у нас хватает на это деньги. И поедем. Поедем вперед. Угу. Так, давайте посмотрим. Так, мы на втором этапе, ребята. На втором этапе. О, давай, полетели. Полетели, полетели. Ускоритель закончится, ё-моё. Немножко не долетели. Так, если будет у нас здесь... А вот и подземелье, ребята. Ну, здесь подземелье не сильно большое, я так смотрю. Тут в основном много этих зомбарей бегает. Так, превысили. Дальше едем. Хорошо. Бензинчика хватает нам. Так, немножечко еще ускорение. О, здесь застряли, застряли, застряли. Закончилось топливо у нас, ребятушки. А бочки всякие интересные, там зомбические, всякие с радиацией, с всякими отравлениями. Вот много чего интересного добавили, это очень интересно. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. Всем пока-пока!